Ну, скорее всего бы, вот раньше был главный критерий, это угодить коммунистической партии, вот. И люди от этого отталкивались, вот. И вот это вот рабство советское, оно в людях живет. Сейчас правительству не нужно это халуйство наше. А многие по привычке вот живут, стараются угодить кому-то. Не надо угождать. Нужно просто честно, профессионально исполнять свой гражданский долг на любой работе, начиная от дворника и кончая министрами. Вот. Нужен профессионализм и патриотизм. И делать это с душой, и тогда мы поднимем страну. Вот, мне кажется, это главное. И за это я бы боролся, если был бы чиновником.